Губернатор Оренбургской области Денис Пастырь 27 августа посетил Сорочинск. Во время рабочей поездки он познакомился с производством местного маслоэкстракционного завода. Это так же, как оливковое масло, да, оно застывает при холодной, при отрицательной температуре. Поэтому для этого... Руководители предприятия показали главе региона цеха, где производится подсолнечное масло, и сообщили о своих планах. ТЭС намерен снизить уровень шума, который производят вентиляторы. Для этого на них установят специальные глушители. Также предприятие работает над уменьшением количества выбросов в процессе производства. Ремонтируемый кинотеатр «Россия» стал еще одной точкой в маршруте губернатора. Комплектовались, все нормально. Благоустройством тоже все нормально. Да. Глава Сорочинского городского округа Татьяна Мелентьева сообщила, что они завершатся в ноябре текущего года. Кроме этого, строители благоустроят небольшой парк у кинотеатра. Также Денис Паслет проверил ход благоустройства парка имени Калинина. Деньги платят, это по-человечески делать. Принимайте ничего, пусть доводят дома. А что без мамы? Здравствуйте. Осмотрел глава региона расположенный неподалеку детский садик номер 5. Купеческое здание 19 века нуждается в ремонте. Решено, что его проведут в 2021 году. Следующим местом в плане поездки главы области стал дом сорочинской семьи. Она одна из первых сообщила о серьезной коммунальной аварии, из-за которой людям пришлось несколько недель прожить без центрального водоснабжения. Сейчас вода вновь появилась в доме, однако коммунальщикам предстоит провести еще немало работы. Этот вопрос губернатор области обсудил на совещании в администрации Сорочинска. По городу 4,5 тысячи не надо. А надо 5? Ну, пиковые 5. Ну, а вы где 500 тысяч будете брать в следующем году? И мы не могли в пиковую нагрузку обеспечить бесперебойную работу одного из крупных, самого крупного маньяшника завода. Вместе поделитесь, пишите, чтобы вы это посчитали у себя в балансе. Вы зачем это, что называется, доводите до этой ситуации? Нам что, какие-то примеры нужны, что ли? Кроме этого, глава региона встретился с представителями птицефабрики «Родина», обсудил с ними время открытия кормовой площадки и вопросы дальнейшего запуска крупного предприятия.